Hello. Where are you from? From Russia. From Russia. What is the sculpture you're making? Tornado. Tornado? Tornado. So is this your first time to China, to Harbin? Нет, я уже не первый раз. Это с 2011 года уже участвую. How many times have you attended this contest? В Снежном. Ну, 2011, не знаю, раз 7, наверное, или 8. So I know there must be a lot of snow sculpting competition and ice sculpting competition in Russia. Why do you want to attend these competitions in China? Во-первых, мы рядом с Китаем, мы дружим с Китаем. И как бы я сюда, когда приезжаю, в общем-то, мне нравится у вас, что-то родное есть. Такое, очень древние корни у нас, нас много связывает. Россия и Китай очень много общего. Ну и сама атмосфера благоприятная. И это самый большой, мне кажется, конкурс во всем мире. Your work, the tornado, the wind, right? Why do you want to do that? Where do you get your inspiration? Идеи приходят человеку извне, художник их видит, либо ну, многое по телевидению показывают, что трагедии много происходит из-за того, что человек вмешивается в природу, и в итоге появляется много таких ураганов. Вот. И в скульптуре я решил это отобразить, потому что это новое, это мы, я точно это не делал, и я не видел, чтобы это кто-то тоже делал. Поэтому всегда новое, оно интересно. You mentioned you created this work because of there are a lot of climate crisis in the world. It's happening everywhere. What do you see in Russia? How is it affecting people there? Тоже, особенно на Западе, там много... И торнадо, это Сочи, там очень много торнадо. Знаете же, Сочи, Краснодарский край. Вот. Да и Москва, и Питер, там тоже и дожди, и ветра очень сильные тоже бывают. Мне кажется, это все связано, конечно, с вмешательством человека в природу. Вырубается лес, строятся гидроэлектростанции, все затопляется. Много выхлопных газов. Это все влияет, конечно, на природу. И природа... Она без ответа не остается, конечно. Okay. Вот дом. Wow, this is amazing how he can transform this blueprint to a big sculpture like that. Wonderful. Thank you so much. And wish you best of luck in your competition. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.